Почему мы не видим привидения каждый день? Ох, сколько можно? Иногда сверхъестественное так мало, что его просто не замечают. Привет, вы позвонили автоинструктору Роуз. Пожалуйста, поговорите с моей дочерью. Я не понимаю, что с ней творится. Меня зовут Мартин. Ох, царица моя небесная! Мартин, она летает! Парит в воздухе! Я знаю! Что такое зло? Дорогой, ужин готов! Минутку, любимая! Мне надо немного поколдовать! Я кому сказала? Взываю к вам, силы тьмы! Под лучами кровавой луны! Скажи этой чертовой луне, что я хочу быть дьявольски богат. Да. Это сатанинский ритуал. Это сатанисты? Чтобы разрушить чары, нам понадобится эктоплазма. Дух должен овладеть твоим телом. Как в «Охотниках за привидениями»? А я его не читала. Сюжет закручивается. Но почему это обязательно должно быть так отвратно? Ага, старушка затеяла что-то. Козел. Господи Иисусе! Теперь все кончено. Мартин? Сверхъестественное. Привет, тетушка Химерушка. Добрый день. О! Извините, я думала, вы привидение. Надо же. Ну и дела.